сегодня видел, я вижу, считаю, что очень многоспектрно, комплексно. То есть здесь ребята, которые по разным причинам, да, кто-то посвятил себя воинскому долгу, кто-то в целом для получения специальных навыков. Я думаю, здесь можно пройти всю подготовку, начиная от огневой подготовки, тактической, медицинской. Поэтому благодарность руководству республики Рамзану Ахмадовичу за то, что он обеспечил своим землякам, своим воинам такой центр.